приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Sniper 3. И сейчас мы возьмем миссию «Молодое вино». Это, кстати, очень интересная миссия. Будем по винодельне гулять. Ну и, как понял, кого-то там надо будет уничтожить. Так, мы... Что же мы возьмем? Ремонт глушителя. Я думаю... Вот этих... Штук мы возьмем. У меня, кстати, должен быть был ремонт глушителя быть. Ну, ладно. Хрен с ним, с глушителем. Он мне теперь уже... Не особо-то и нужен. Итак, за молодым вином. Так, вниз по дороге, я помню, куда ехать. Так, проникнуть в винодельню. Ну, проникнуть это легко. Главное найти, что мне там надо. Так, ну раз у меня вся миссия просто, поэтому будем делать ее быстро. Если, конечно, дополнительных заданий к ней нету. Так, обыскать винодельню, найти ключи от грузовика, обыскать винодельню, найти гражданскую одежду. Все понятно. Все, тормозим. Сейчас посмотрим, что нас там ждет. Бонус ликвидировать главаря бандитов в винодельне. О, это мы только за. Так. Кто у нас здесь? Что у нас здесь? Что у нас тут? Кто у нас тут? Гражданскую одежду. Через забор можно прыгнуть, конечно. Никого. Вот еще одни ворота. Мало людей, мало. Ладно. Для начала мы вот так вот сделаем. Где у нас тут маркировочный? Ну давай, огонь. Вот так. Так, главарь помечен. Теперь можно спокойненько. Давай. Это в голову. Давай, я уже звук слышу. Ну и второго сразу. Вот так. Так, цепочка убийств. Ты там что стоишь у меня? Кукурузу охраняешь. На. Ой, господи. Все такие прям в цепях. Ну такие идиоты. Вот так всегда.
Нужны герои, а тебя окружают одни идиоты. Давайте посмотрим, сколько их там осталось. Давай, 1,5 землекопа. Ой, ой. 2, 3. Ну что ж. Так, свои патроны я, конечно же, возмещу. Не хватало мне еще оставлять здесь халяву. На. Где второй? Подойди к нему. Ой-ой-ой. Так, ты куда? Тихо-тихо-тихо-тихо. Куда ты? На! Зарезал тебя, тварь! На! Давай. Так, что у меня с тобой делать? Тело. Бог с тобой, с твоим телом. Обыскать. Что нам тут можете предложить? Позицию поменяйте. Правильно. Не стойте как бревнышко. Нет, где? Нет. В корне неправильно. Где мой лук? Где мой лук? Вот он. Ты на запчасти. Вот теперь все правильно. Так. Что у меня там с глушителями? Ну, глушитель, все нормально. Я думал, он убежать хотел. Поторопился маленько. Ладно, сейчас время есть. Надо собрать мой заработок. Так. Будем безжалостно утилизировать эти отходы общества. Так, допросить вас, что ли? Может, вы что полезно скажете? Если, конечно, вы знаете что-то полезное. Так, все чисто. Но вашему хозяину сейчас без разницы, чисто тут или грязно, или еще что-то. Так. Где ты? Ой-ой-ой. Я пожарил котлеты. Ну-ка. Ой-ой-ой. Ой. Он же выходит. Допрос. Так, и где я, интересно, за душу на этот раз? В сарае. Так. Вот что это за подстава нахрен? Так, как мне из этого глюка выйти? Выйти как? Так, не выйти. Почему?
Еще лестница. Давайте. Блин. Ну и что, миссию переигрывать? А все из-за тебя. Ну-ка, с тела могу выйти-то. Куда-нибудь. Что это за... Вас душишь нахрен, как поросят. А вы мне такую... Где ты? Тварь вонючая. Переигрываем. Ну пойдем. Стрелы все это у меня есть. На. На. Блин. Ладно. Не хотите по-хорошему? Это я с вами уродами по-другому поговорю. Так, сначала этот по-любому ответ на вышке, он мне не нужен. Вот этот тоже мне не особо приятен. Так, все. Идем спокойненько. Патрули такие дебилы. Господи. Я сейчас вас с того края поснимаю. Ну-ка. Одной пулей двоих. Можно так-то, по идее. Ну, я маленько по-другому сделаю. Ладно. Да. Не понял. Ну-ка, пошевелитесь там. Козлы. Да. Одежду найти. Да. Интересно знать, как в зачет это будет идти. Давай-ка обыщем тебя. Оружие на детали. Вот так. Я понимаю, одежду-то вот здесь надо найти. Тут что-то где-то. Не понял. Так, вот. А, вот они в машине. Все. Собрали. Так. Там кто-то что-то охраняет. Давайте посмотрим. И мы к нему сейчас наведаемся. Я предупреждал же их. Отсюда живым никто не уйдет. Да? Кого ты успел крикнуть? И самое главное, кому? Кто услышал?
Никто не слышал? Так, ладно. Идите сюда. Тут второй этаж есть? Что тут есть? Где одежда? Я сомневаюсь, что она далеко. Где-то тут все должно быть рядышком. Под миссию поделано. Вот гребаный сарай. На. На. Конечно. Так, кошелек. Кто-то выронил. Окей, окей. Все окей. Так, лезем. Что у нас здесь? Одежды не наблюдаем. А, вот есть шанс. Ну-ка. Давайте в одну линию. Быстро. Господи. Давай, мы с Тамарой ходим парой. Разошлись, а. Мы разошлись, как в море корабли. Расходятся туманом маяком маня. Но вы сойдетесь, я знаю вас. Как вы там говорите? Приходите, приходи один, мы тоже одни придем. Ну вот я один пришел. Бамк! У каждого цепь, господи, собачья. Давайте. Ну, ищите меня быстрее. Сколько можно? Давай. Вот так. На винтовочку. На. Все вроде. Никто больше не претендует на мою жизнь. Или все-таки есть такие безнадеги, которые мне имеются. Так, ликвидировать, найти. Вот ищем. Стоп, 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 стоп. Кто меня там рассматривает? Блин. Ну-ка, давай-ка посмотрим, кто там рассматривает меня. Так. О, девушка в ночнушке. Но это не она же меня там палила. Скорее всего, этот начальника ихний. Да щут. Давай. Вот так. А, вон пол зачищен.
Так, а я ликвидировал, нету. А, ликвидировал, тот, видимо, он и был. Ходит в окошко, смотрит, подсматривает, лишь подглядывающий. Его подслушивать поставили, он подглядывает. Это есть нехороший человек. Стыдно, стыдно должно быть. Так, что у меня тут? Это у меня все есть. Так, что у меня здесь? Где? Что-нибудь полезное? Что-нибудь? Вот, это раз. Давайте, дом-то большой. Хрен победишь. Так. Что мне карта показана? Патроны где-то есть. Где? Так, это чтобы спрятаться. Ой, куда забралась? В испуге-то. Так, можно было посюда подняться, что ли? О, тут еще третий этаж есть. Может, не сюда? Так, одежду взял. Пол дела сделано. Так. Блин, надо было сразу сюда. Но это для тех, кто-то в режиме ниндзя ходит. Вот, пули. Все. Теперь моя душа спокойна почти. Что тут еще есть? Подсказка к заданию. А что тут еще? Так. Ключи взял. Место для пряток. Место для пряток. Ну ладно, все. Идем к нашему автомобилю. Вот так вот. Всех завалили. Так, задача выполнена. Так, теперь надо доставить. Доставим по назначению. Добраться до ветряной электростанции. Кача. Попался. Что попался? Ну ладно. Едем, никому не мешаем. Потому что мы самые лучшие. Так, это мы куда? Далеко ехать-то нам. До ветряной электростанции. А, кстати, там вроде, если не ошибаюсь, на этой ветряной электростанции сверху оружие лежит. Ты то ли бандит, то ли кто. Ну-ка. Помечен ты у меня будешь. Человече, тебе помочь? А, нет, просто работяга. Так и будь. Ну, мы дальше поедем. Осталось чуть-чуть. Ну, это мое предположение, что осталось чуть-чуть. Так. Ох, сейчас все вино там разольем. Будет у нас миссия. Просто прекрасно. Так. На эту кучу я уже смотрел как-то. Смотрим, изучаем. Добраться до ветряной электростанции. Отпечатки ног. Куда ты ведешь?
Ой-ой-ой. Обыскать. Волки. Ну, волков, кстати, когда они на дороге, вообще машины давить. Самое безопасное. Так, здесь все разгадали. Наверху. Ну-ка, подождите, подождите, подождите. Это надо узнать, электростанция какая. Так. На какой-то, потому что оружие должно быть. И вот на эту я уже как-то ходил, но почему-то оружие не нашел. Не она. Вот это может. Ладно, сейчас проверим. Поедем и проверим. Добраться до ветряной электростанции. Поворот приблизить. Где ты? Вай. Спрятать свое снаряжение. Блин. Вот на этой мельнице, что ли? Сначала надо подобрать еще одно снаряжение перед тем, как прятать-то. Ничто. Втихаря придется долбить всех. Вот она. Я же помню, что в какую-то надо было подниматься, чтобы получить. Так, где там плюха моя будет? Что меня там ждет? Давай. Я рабочим пока прикинусь. Хоть бы винтовка. Что за хрень? Так, это не то. Деньги. Нет, ну этого мне не надо. Я хотел что-то более существенное. Деньги меня здесь не интересуют в игре. В жизни интересуют, в игре не интересуют. Даже взламывать, тьфу, не хочу. Так. Винтовочка. Ладно, потом. Потом я постараюсь найти эту винтовочку. Забрать. Мне сейчас еще тащить на свадьбу это вино. А мне все оружие надо спрятать. Ох, я там пошуршу потом. Так, все спрятано. Один камушек у меня только. Ничего нету. Чистенький. Господи. Наверное, смерть толкаете. За что? Те бандюки все были с автоматами, а мне так рогатки даже не дадите. Ладно. Припомним. Мы все припомним. Так, вот здесь вот один важный момент. Ой, если получится, если он у меня есть, конечно. Дрона нет. Тут где-то есть точка-то для сохранения. Вот она, наверное. Ну, я к ней подъеду. А это ключевая точка. Непонятно, не показано. Ладно. Будем смотреть, что это.
чтоб потом сюда не ехать. Мы хоть далеко от дома-то. Ой. Ну напрямую-то нет, ну мы же не летающие. Ладно. Садимся, едем. Надеюсь, вы не в обиде, что я вам там фары все поразбивал только что. Ну давай. Вино. Хорош бухать, все бы бухали только. Так. Так. И. Вот так, открыл. Ну и слава богу. Так, молодое вино. Это все еще у нас. Миссия. Отправляйтесь на свадьбу в деревне. Куда едешь? Что в кузове? Так, только нас никто не предупреждал. Ничего подозрительного. Обыскивать меня будешь? Ну. Поселок Кордж. Грузовик не поврежден. Встретиться с Лидией. Господи, это что за миссия-то такая длиннющая? Так, а где у нас Лидия? Адольфина Корпенгаузер. Где-то у нас. Так. Сначала я сюда схожу. Вроде недалеко. Так. А, вот здесь вот встретиться надо. Нет, ну я сначала туда схожу. Хочу открыть себе дорогу в будущее. На дальнейшее-то. Блин, то ли надо было ехать, что ли. Вообще ходить мне можно здесь? Даже не знаю. О, ходить можно. Так. Ошибочка вышла. А, нет, не ошибочка, все, правильно. Разблокировал, все. Так, мне мое снаряжение-то вернут. Поселок Корджи. Вот так вот. Ну вы даже не отмечаетесь у меня, да, сейчас? Тихо, тихо, тихо. А что вы сразу меня в подозрение-то кидаете? Что я вам сделал? Камушек кинул, ну и что? Что? Так, а здесь у нас что? Надо посмотреть. Что? Меня поди не подозреваешь, надеюсь? Отвлек. Отвлек. Вот так очки можно зарабатывать на пустом месте, ни хрена не делая, пока ты безобидный. Так, что же ты мне сулишь? Ой-ой-ой. А, реликвия какая-то. Вот так. Найдено в коллекцию. Все, теперь можно идти навстречу. Интересно знать, если второй раз его отвлечь, очки получим за это? Тут вообще ничего нету. Надо будет повыносить их, что ли.
Нет, второй раз очки не получаем. Плохо. Ладно. Где это у нас? Лидушка, ты? Ты, Лида? Нет, не ты. Наверх, значит. And people. People have it. Что у нас здесь имеется? Взрывное что-то. Господи, лестница куда-то. Так. Нет, 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 нет. Денежка. Так, как кот. Хожу только. Подсматриваю, подглядываю. Так, это я сюда из-за денежки, что ли, ходил? Вот так. На месте. Ну что ж, я понимаю, наше задание на этом закончено. Увидимся на следующем задании. До свидания.